64-й, 65-й, это вот 65-й, скала. Вот даже кур не ходит. Белая скала. Вот кварцит. Работаем компрессором, отбойными молотками, попадается прямо монолитный скальник. Большой приезд комиссии. Под прогревом находится, вот комиссия приехала. Наши водители. У нас сейчас идет ТО. По экскаватору. Сегодня 2 февраля 2022 года. 2.02. 20-22, столько двоек, вот, говорят, что число человека многое определяет, мое число двойка. Ну, сегодня замечательный день, была комиссия, и сегодня 2 февраля, я думаю, что собственники и главные ответственные лица увидели большие перспективы развития и стройки, которая сегодня идет на территории полюса. Вот. Мы очень рады, что они будут довольны успехами, и мы постараемся их не подвести в ближайшее время, быть всем тем объектом, который запланировали. Вот. А это значит будет и зарплата, это будет и новые сотрудники, которые будут работать на благо нашей Родины. Вот, всем хорошего настроения. У меня сегодня хорошее настроение патриотическое. Вот, сейчас вам покажу картинку прекрасного вида, который вокруг меня. Скальник встречается все больше и больше. Когда в карьере происходит взрыв, на всех подъездных путях к карьеру производят мероприятие по убирают всех людей, технику в основном тоже специально закрывают и производят, грубо говоря, взрывы. Вот вы сейчас видите, стоят от машины, этот перезагружается. Сейчас будет в течение там, 10 минут произойдет взрыв на карьере. Так происходит почти каждый день. Он как бы я ему не говорю, что я про монтаж, я не говорю, конечно.
так происходит взрыв. Thank you.